Сталинградская битва шла 200 долгих дней, и 135 из них бои шли за самую высокую точку Сталинграда – Мамаев курган. На каждый метр этой земли приходилось до 1300 пуль и осколков. По сути, почва наполовину состояла из металла. Еще несколько лет после войны на этом выжженном, пропитанном кровью и смертью холме даже трава не росла. Но именно в этот клочок земли наша армия уперлась из последних сил. Уперлась, а потом оттолкнулась и покатила войну вспять, аж до самого Берлина. Дымилась роща под горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое. Из 18 ребят, как много их друзей хороших, лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте светилась, падая, ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Над нами веселы кружили, и было видно, словно днем, но только крепче мы дружили. Под перекрестным арт-огнем, и как бы трудно не бывало, ты верен был своей мечте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней, землянка наша в три наката, сосна сгоревшая над ней, как будто вновь я вместе с ними стою на огненной черте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте.